Сел за руль пьяным. Следователи завершили расследование уголовного дела о ДТП под Бобруйском, которое произошло в июне. Тогда в водоеме недалеко от города обнаружили перевернутую машину с трупами четверых мужчин внутри. В ходе осмотра автомобиля в салоне был найден видеорегистратор, который зафиксировал те страшные события. Во время движения вдоль водоема водитель заметил оставленный кем-то стул и остановил машину. Мужчина предположил, что предмет интерьера принадлежит их компании. Позже решил подсветить его фарами, чтобы лучше рассмотреть. Водитель, как сообщается, начал движение задним ходом и выехал за пределы проезжей части, вследствие чего автомобиль опрокинулся в водоем и начал тонуть. Экспертиза установила, мужчина был пьян. В его крови обнаружен этиловый спирт в концентрации 1,4 промилле.